Привет, привет, всем привет гостям моего канала. Вы на канале «Житейское вязание с Валентиной», и с вами я, Валентина. Итак, приступим к обзору моего заказа, к обзору пряжи, которую я заказала. Говорю сразу, заказала пряжи я немного. Пряжа была приобретена по распродаже. Интернет-магазина я вам сказать не могу, девчонки, так как уже не помню, заказывала 2 недели назад, у них там или ликвидация склада, или что такое было. И пришла на посылке тоже. Думаю, в посылке может будет накладная, чтобы я запомнила потом заказать. Посмотрела, накладной нет, и на упаковке новой почты была не написано, просто физическое лицо предприниматель, имя, отчество и все. Какой интернет-магазин, что да как, может там и нет, и на интернет-магазин, может распродажа обычного магазина, ну не знаю. Я довольная, что я урвала по хорошей цене хорошую пряжу для весенних, демисезонных, немножко и летних вещей. Вы знаете, что скоро весна? Вот, девчонки, посмотрите, какая красота в кадре у нас будет. Это ручная работа, это подарок моей дочери подарили. В таком ведерке такие красивые подснежники. Спасибо, девочки, за подарок. Вот, они будут стоять у меня в кадре. И напоминать, что скоро весна, нужно готовиться к весне и вязать весенние изделия. Итак, приступим. Первая моя покупочка. Это упаковочка из 5 моточков пряжи Нако Винус, Венес, не знаю, как сказать. Читайте сами, чтобы я вам не соврала. Так, состав. 50. Меня подкупил состав. Мне понравилось. Думаю, на демисезонную вещь будет хорошая. 55% египетский хлопок, 40% акрил, 5% полиамид, ну, полухлопок. И эта пряжа, что она секционная. Не секционная, а фантазийная, извиняюсь. Так, читаем дальше. Рекомендуют спицы 4,5-5, крючок номер 5. На кофточку нужно 500 грамм, пишут. Так. Вот такой. Цена 50 гривен за моток, но это не та цена, это написано уценка. Я ее не по 50 точно брала, девочки. 38 или... Ну что-то мне такая сладкая цена показалась, и я хотела... Я сейчас отступила, но скажу. Взяла я 5 штук. Номер вам скажу. Номер цвета мне надо найти. Если здесь заклеенный номер цвета. Посмотрю сейчас, девчонки, на втором. Хотя бы здесь не заклеили. Здесь тоже заклеено. Но он желтый. Вы найдете, по-моему, там желтый такой один. Он такой красивый, лимонный желтый, разбеленный такой, знаете? Такой пастельный лимон. Мне вот очень нравится такой цвет. И хочу вам сказать, может, вы не знали, что в этом году, в этом сезоне очень моден такой цвет. Лимон такой и немножко поярче лимон. И серый цвет. Это на пике популярности эти сочетания этих двух цветов. И вот я же насмотрелась видео в канал Юлечки «Вязание и я» и канал Алены Абелькнит, Аленушка, тоже посмотрела. Они вязали 2 кофточки. Я вдохновилась так этой кофточкой, стала искать пряжу. Пряжа опиум, но она в России, в Германии, в Европе, Аленушка говорила, можно заказать. Но я не знаю, можно ли заказать ее у нас в Украине. Я как-то пыталась искать, но... Я, чтобы не соврать, девчонки, такой целью особо не задавалась. Я посмотрела на тех сайтах, что я беру, или так, что мне в поисковике выскакивало, то там не было пряжи опиум. Но я решила, а почему? Я попробую найти секционку. Не секционку, боже, извиняюсь, что мне та секционка? Пряжу фантазийную какую-то другую. Там фишечка тоже похожая, что ниточка здесь идет тоненькая, а здесь как такое, как...
как румница, вата, какой-то такой девчонке косичка она, цепочка приплюснутая. И дальше тоже идет тоненькая ниточка. Вот. Видите, какая интересная. И девчонки, оно красиво ложится полотне, девчонки вязали себе кофточки такие, свитерки. И я загорелась, но думаю, свяжу мне такую, чтобы оно было летнее, на летний денек, одела и побежала. Здесь 100 грамм, 50, здесь 50-граммовый моточек, 125 метров. Ну, говорят, что 5 хватит. Ну, я думаю, хватит. Я длинный рукав не собираюсь делать. Может, свяжу изделие какое-то типа Хейварда или еще не знаю. Может, посмотрю на Юлечкин мастер-класс. Не знаю, в открытом доступе или нет. Ну, поищу. Или, может, свое придумаю. Так вот, девчонки, кто не знал, кто следит за творчеством и каналами этих девочек, я, походу, нашла замену. Не скажу по составу, потому что не знаю, не скажу по метражу, но зрительно эта пряжа подходит, и с нее я могу утверждать, что можно связать такие изделия, как связаны у девочек. Красиво, стильно. Можно связать кокон, можно связать хейвард, можно связать на круглой кокетке изделия по кругу, будет красиво. Такой летний укороченный свитерок, кофточку под джинсики, под юбочку, на прохладный вечерок одела и побежала. Или даже все, что вы хотите. Можно кофточку тоже связать на пуговичках. Вот, девчоночки, первая моя покупка. Я довольна, угадала я с цветом, потому что монитор искажает цвет. Я вот такой желтый, я обожаю. Мне он идет, тем более он актуален в этом цвете. Вот в этом сезоне вот моя первая покупочка такой пряжи Нака Венус, по-моему. Так, посторонись, дай дорогу второй пряжи. Немножко шуршу. 5 моточков. Достану один. Тоже какая-то, девочки, новая пряжа для меня. На нее была супер скидка. И я ж соблазнилась. Это синтетическая ниточка, но здесь ничегошеньки не написано. Написано, что Турция, санди какая-то, и что? Нарисовали пант, спицы 3-3,5, ручная стирка. Ну, понятно, что ее в машинку не бросишь, потому что гладить нельзя, но это уже видно, что это, наверное, какой-то полипропилен. Здесь натуральным волокном и не пахнет, ну, ничего страшного. Оно вот и в прошлом сезоне были в масс-маркете в продаже свитерки с такой пряжи. Она немножко поблескивает, не знаю, девчонки, вам видно или нет. Такие, как, вот постараюсь так показать, как типа шелковый шнурочек или вискозный. На нем эта капелька, она такая, как вроде бы велюрчик или вата. И здесь на этом шнурочке такие блестящие, как травка, такие ворсинки. Ну, тоже у меня в задумках такой свитерок под джинсики или кофточка. Пряжа тоже недорогая, что-то в районе 30 гривен за моточек. Вот, ну здесь я говорю, ну что они, ну не метража не написали, ну ничегошеньки. Ну приблизительно навскидку, девочки, если это, ну где мне вас искать, где мне... Вот какая-то этикетка, но она уже выгоревшая. Здесь ничегошеньки тоже не видно. Это ликвидация, наверное, склада. Но такой, да, пакетик засованный. Это выгорела эта упаковка. Здесь ничего не понятно. Что оно да как. Ну, это же тоже такое. Продукт 2009. Ну, в 2009 году, наверное, эта новинка выпускалась. Ну, ничего. Все новое. Хорошо забытые старые, девчонки. Будем вязать. Я думаю, будет интересно. Тоже какую-то кофточку летнюю. Полупрозрачный свитерок.
свяжу. Или себе, или доченьке. Я не страдаю этим, свяжу. На меня будет мало, будет дочке. Или дочка. Дочке понравится, отдам. Вот такие у меня две покупочки, потому что я же думаю, что я буду вязать весной. У меня ж на весну лето особой пряжи нет. Упаковочка только Беллы, и все. А весна ждет, надо что-нибудь будет интересное вязать, вам показывать. Вот такие, девчоночки, мои покупки. Я несказанно рада. Теперь у меня идей полно для вдохновения, но для начала нужно довязать начатое, закончить свои процессы, что я анонсировала в феврале, и потом уже в марте будем приступать к новым процессам. Спасибо, девочки, большое за внимание, что вы были со мной, что смотрите мой канал. Ставьте пальчики вверх. Кто не подписан, подписывайтесь. Я очень рада встрече с вами, что вы меня смотрите. Вам интересно мое общение. Всем спасибо. На этом буду заканчивать свои видео. До скорых и новых встреч. Всем пока-пока.